Традиционно осенний туристический слет сотрудников силовых структур прошел в Биробиджане на базе лагеря «Юнаты». Люди в погонах встретились уже четвертый год подряд. В этот раз на старт вышли 7 команд, все подразделения МЧС, а также сборные полицейских и сотрудников УФСИН. На скорость пройти полосу препятствий и облачиться в костюм химзащиты. К традиционным конкурсам в этот раз организаторы решили добавить стрельбу из пневматического оружия и конкурс плакатов ко дню гражданской обороны. Команда должна быть сплоченная, то есть мы должны все вместе все делать, все организованно, то есть решение принимать все совместно, все быстро, молниеносно, чтобы было все, как говорится, отлично и в работе, и в соревнованиях, и везде.